Вопрос, всегда ли на земле жили уры? Нет, не всегда. Они были только первое время. И появлялись только, потом уходили, а потом появлялись только критические моменты, потом опять уходили. Поэтому это просто урами, учителями, это были люди, иерархи точнее, которые, так сказать, владели многими способностями и помогали живущим на земле колонистам, скажем так, правильно развиваться, не допускать их искажений. Потому что, понимаете, вот не должно быть неправильного понимания, потому что почему-то люди считают, что типа вот, если другая цивилизация, то все до одного высокоразвитые. Все до одного иерархического уровня. Нет, не потому что там никто не стоит, в крайней мере, светлой цивилизации, никто кому глотки не режет, чтобы занять чужое место. Вот, типа подсидеть, кажется, хозяина и занять его место, как это делается у черных. В светлой цивилизации этого нет. Но это не значит, что все, без исключения, имеют одинаковый уровень. На других цивилизациях, в зависимости от способностей, талантов каждого конкретного существа разумного, оно, существо, занимает то место, которому соответствует. Если существо выросло, место изменилось, положение в иерархии. Никто, опять-таки, не стоит, так сказать, и никто, никакого бюрократического механизма нет, что вот я вот хочу, пускаю, хочу, не пускаю. Это происходит автоматически по мере эволюционного роста конкретного существа, человека или существа, разумно, неважно, кто разумного существа. Поэтому такого, что вот все считают, что вот там все одинаковые, так не совершенно неправильно, или все высокоразвиты, другая цивилизация более высокая. Там также есть. И ничего плохого нет, если каждый развивающийся. Главное, чтобы каждый двигался вперед, понимаете? Всегда начинается, для каждого существует точка начала. Если кто-то начал позже, не значит, что он не может дойти. Но не значит, что если он начал позже, то он уже дошел до того же, что и тот, кто пошел раньше развиваться. Правильно? Это нелогично. Но некой жесткой такой, там жесткая иерархия существует, действительно. Там наказания жесткие. Вот, к примеру, у нас можно, недавно видели, там может... Человек сам себя назначил генералом, хотя он не больше сержанта был, да, или старшего сержанта в армии. Навесить себе генерала армии, мундир, ордена понавешать. Но в лучшем случае здесь, если он взорвется, его накажут, объявят аферистом и в тюрьму посадят на пару лет, да? Ну, понимаете, о чем я говорю, да? В иерархии в космической там несколько жестче, скажем так. Если бы такой вариант был бы там, то такого авантюриста, знаете, чему приговорили бы? Полной раскрутки сущности. То есть не то, что ты, кажется, пристал, кажется, в новое тело перескочил, это говорит о том, что сущность развивается неправильно и опасно, социально опасно. Почему? Объясню почему. Иерархия светлых сил, например, в космосе, генеральский мундир означает, что человек, имеющий этот мундир, действительно соответствует генералу. Ну, словно так, понимаете? То есть он должен выполнять и нести ответственность на уровне генерала за то, чтобы те, кто находится под ним, защитить, не допустить минимальных неприятностей и так далее, и так далее. Понимаете, даже в армии настоящий генерал не тот, кто выполняет задачу любой ценой, а тот, кто выполняет задачи с минимальными потерями. Понимаете, вот он настоящий профессионал, значит, а за трупами забраться это ума не нужно, это не от ума, а от дурости. Так вот, в иерархии в космосе, там, если ты надел генеральский мундир, то, значит, ты должен соответствовать этому мундиру. Если не соответствуешь, значит, ты обманщик, аферист, потому что тебе скажут, вот ты генерал, вот армия, командуй армией. А если человек остался сержантом и мыслит как сержант, то он так накомандует, что будет катастрофа планетарного или даже большего масштаба. Соизмерили мы риск? Нет. Поэтому, там, если кто-то надевает мундир несоответствующий, наказывается очень жестко. Полная раскрутка сущности до нуля, начиная с нуля, значит, ты не туда пошел. Понимаете, поэтому, когда, допустим, кто-то пытается изобразить себя не того, кого он на самом деле есть, в этом никогда хорошего нет. Зачем? Каждый может сам, если он правильно действует и имеет соответствующий потенциал, возможности и понимание, добиться очень много. Но для этого нужно, чтобы шевелились мозги
и многое себе менять. А если человек не будет это делать, никогда он ничего не достигнет. Но если амбиции никогда к хорошему ничего не приводили. Потому что любая власть в реальности, настоящая власть, это ответственность. Ответственность за тех, кто эту власть доверил. И чем больше власть, тем больше ответственности. И поэтому здесь ответственность очень колоссальная, и, кажется, цена очень большая любой ошибки. Поэтому в Светлой Иерархии очень жесткие методы, меры наказания тех, кто ведет себя недостойно. Так что, видите, нет, никто не сисюкается. Светлые силы – это не значит, что по морде дал, поставил второй раз морду, да? Совершенно нет. Светлые силы – как раз справедливость и позиция обоснованная, определенная именно необходимостью, ответственностью каждого свой поступок. Ты совершил поступок, ты отвечаешь за него по полную катушку, если поступок не соответствует тому, что есть. Поэтому уры, которые были, они приходили тогда, когда было необходимо, и уходили тогда, когда необходимость исчезала. Потому что нужно было помогать, когда не могли, потому что в некоторых случаях они не могли прийти, потому что там у них самих были проблемы, им же тоже было решать тоже. Дальше, потому что это долгий вопрос, но тем не менее. Ну, здесь вопрос.